Всем привет! И ждал я дождичка, чтобы после дождичка окучить картошку. Но дождика у нас так и нету. Синоптики ошибаются один раз, но каждый день. Вот второй день жду дождика, и дождиком даже и не пахнет. Да, было что-то гремело, но дождь так до нас не дошел. Значит, будем ее так окучивать. Заодно подрыхлим землю, потому что земля вообще деревянная. Сейчас отцепляем от МТЗ косилку, подцепляем окучник, окучиваем. И я еще хочу МТЗ подрегулировать ВОМ. Потому что когда запускаешь косилку, она очень долго запускается. И мне кажется, она даже пробуксовывает. Так что будем регулировать. Кто не знает, покажу. Но, по-моему, все знают, как регулировать, кто сталкивался с МТЗ. Объясню, постараюсь показать, как отрегулировать. Все, сейчас заводимся, отцепляем косилку и подцепляем окучник. Окучник тоже буду сегодня цеплять необычный, самодельный. Он с зубами, попробуем прорыхлить землю. Если, конечно, он залезет вообще в землю. Все, приступаем. Ну вот, как оказывается, водички с него много вытекло. Залил пол ведра, но он отстоял все-таки времечко. У меня вода все равно подтекает через помпу. Ну, что ж, пробуем заводить. Эх! Там. Такой у меня есть окучник, купил я его тоже с металлоприемки, нормально он мне в то время обошелся, где-то, наверное, 60 евриков, хоть металл тогда был дешевый. Вот, хотел я его переделать, тут S-образный, я на C-образные зубы хотел его переделать, ну, соответственно, как у меня со временем туго, не получилось мне его переделать. Ну, попробуем хотя бы так. Я его редко использую, даже не помню, как он идет вообще. Но сейчас попробуем хотя бы разрыхлить им землю, чтобы картошки хоть пустить воздух. Все, я его практически отрегулировал. Сейчас немножко надо тяги посмотреть. Может даже и оставить, чтобы немножко гуляло. Вот. И заводимся и едем, окучиваем. Посмотрим, как это получится. Все, приступаем. Короче, не зря тот окучник сдали в металлолом. Пришлось перецепиться на этот. Я тем окучником чуть не поломал ботву. Блин, надо его переделывать на C-образные зубья. Ну что ж, подцепили мы этот. Поедем окучивать с этим окучником. Ну, этот неплохо окучивает, нормально. Конечно, надо мне перебрать, у меня есть к нему детали. Надо его перебрать. Ну, надо было бы, конечно, колесики, может, ему купить металлические новые, заменить. А так, в целом, он неплохо окучивает. Может, плужок какой купить. О, отпустил, сейчас подожду. Окучивает он неплохо.
ну что, маленький. Ну, факт то, что сейчас все подожму и выезжаем окучивать. Поехали. Ну и, соответственно, сейчас будем регулировать вон. Сейчас тут я болт выкрутил. Сейчас подгоним, засунем сюда, зафиксируем болтом коробки. К мосту, как там правильно. Потом, наверное, тут я все-таки цилиндр скину. Очищу, доберусь до этой крышечки. Тут крышка есть. Там два лепестка. Закручиваем и выкручиваем на 2,5 оборота. Ну, пробуем сейчас. Сейчас я только все это очищу, доберусь, выкручу, и тогда включимся. Ну вот, с большим трудом я добрался до этой крышки. Тут земли было ровно этого болта, вот так все. Ну, этой пробочки точнее. Все, я уже открутил. Вот, снимаем. Здесь два лепестка вот стоят. Один, вот второй. Сейчас мы их закручиваем. Заодно посчитаем, на сколько оборотов они уже выкручены. Тогда зажмем и открутим по новой. Ну, как там себя коробка чувствует? Не видите, да? И я не вижу. Да фонариком хотя бы посветить, посмотреть. Ну все, сейчас регулируем. И собираем обратно все. Да, и неужели я в этом тракторе нашел инструменты? Сколько его чистил, не находил инструменты. Сейчас там под цилиндры везде там грязь вычищал, землю. Нашел ключ 1922 и плоскогубцы. Бонус к трактору. Все, сейчас регулируем. Ну вот мы и порегулировали ВОМ. Короче, на одном лепестке было у него, я начал закручивать и считать.
3 оборота, на другом 2 оборота. Теперь мы сделали везде по 2,5. Все собрали. Ну, соответственно, испытывать будем уже, когда подцепим косилку. А возможно, даже сейчас и подцепим. Поедем, подцепимся. Испытаем. Ну что ж, запускаем, проверим. Медленновато, долго разгоняет. Не знаю, в чем это причина. Не знаю, кто знает, напишите в комментариях, кто действительно понимает в этом, нормально это, ненормально. Но мне как-то кажется медленно. Вон должен пух и пошел. А здесь очень долго маслает. Не знаю я, в чем это вина. Может, ленты менять уже пора. Все возможно. Так что вот так, готовим трактор к последнему сенокосу. Я думаю, что в субботу за день я должен скосить и закончить мой еще один хутор. Вот, поедем мы туда в субботу и будем косить. Ну, как-то так. Вот так у меня и прошло время. Будем прощаться, всем пока. Всем добра и счастья, удачи и здоровья. Пока-пока. Да, берегите себя.